Итак, друзья мои, то, что вы и просили, собственно, сделать, это сравнение JBL Flip 4 и Tronsmart T6. В принципе, по ценовому диапазону вы сами прекрасно знаете, эта колонка, когда только появилась, она сколько стоила? 6,5. 6,5. И эту колонку предоставил мне мой подписчик, который живет в моем городе. Спасибо ему большое. Вот. И, собственно, сейчас мы сравним с колоночкой T6. В принципе, вот это, ну, как бы одноклассники. Это когда мне писали то, что T6 одноклассник с JBL Charge 3. Нет, я дальше объясню, почему нет. Но сейчас мы, собственно, должны сравнить две колоночки. И вы, собственно, послушайте, какое звучание у каждой из колонок. И выберите, что вам надо, а что не надо. Ну и потом, конечно, я скажу свое слово. Ну, первый трек будет что-то типа хип-хоп, такой, ну, классический хип-хоп. Далее, также подписчики просили меня продемонстрировать, как звучит металл на T6 и как звучит металл на Flip 4. Слушаем. Следующую композицию просили опять же какие-то вокальные композиции, чтобы посмотреть, где как вокал звучит. Опять давайте слушаем, где как звучит вокал. Ну что, друзья мои, вы все прекрасно слышали, как звучит T6, как звучал Flip 4, Charge 3, тут так, для красоты стоит, почти для красоты. В общем, свое мнение я оставлю при себе на этот раз. Мне интересно, что вы скажете, какую из колонок вы бы купили, почему купили, по каким частотам. Мне интересно, что вы услышали при сравнении T6 с Flip 4. От себя скажу так, они, в принципе, вот одноклассники, я считаю, и...
Единственное отличие это no-name, транспорт ни хрена нигде не знает, за исключением тех, кто шарится на китайских магазинах. JBL знает весь мир, это именитая фирма, которая занимается акустикой. Трансмарт не влагозащищен, как от брызг защищена, то можно типа купать спокойненько в водичке. Вот, собственно, по этим двум критериям они особо сильно отличаются. По поводу звучания, еще раз говорю, свое мнение я оставляю при себе. Я, как говорится, даю зеленый свет вам. Че вы, вот вообще, че ты скажешь относительно всего этого? Далее, я обещал объяснить, почему я не сравнил и не буду сравнивать вот эти колонки. По какой причине? По той причине, что это совершенно не одноклассники. Когда мне говорили, что да, они одноклассники. Нет, они не могут быть ими. Посмотрите вот сюда. Вы видите пассивные излучатели, насколько разнятся? Их здесь тоже два, один спрятан, но их здесь два большего диаметра. И это JBL. Здесь качество совершенно другое. Это понятно и ежу. И сравнивать абсолютно... Ну, вы понимаете, да, что такое мензура, да? Соотношение длины и ширины колеблющегося тела. Если мы, например, сейчас возьмем китайскую JBL, которая будет по объемам с большим резонатором, как вы думаете, какая колонка будет больше ухать? А? Давайте проверим. За счет чего здесь глубина баса выше, как вы думаете? Правильно, соотношение длины и ширины колеблющегося тела. То есть вот эта штука дает больший эффект ух, нежели вот эта колонка. Но по какой причине эта колонка я выбрал бы в любом случае? Здесь другие динамики выдают лучшее, приятное уху, как говорится, картину, нежели вот этот вот подпольный no-name, хрен его знает где собранный. И этот JBL оригинал, который выдаст хорошее сбалансированное звучание, если вы послушаете по АЧХ, если не послушаете, даже посмотрите просто по спектру звучания всех частот и какие, как говорится, где частоты задраны, это в принципе более-менее ровное звучание. И поэтому, учитывая здешние пассивные излучатели и... И колонки Т6. Как вы думаете вообще, что это? Плюс еще эта колонка влагозащищенная полностью. Ее хоть стирать, блин, можно хоть куда. Это сдохнет. Эта колонка работает как пауэрбанка. Это не работает. То есть каким боком, где люди увидели, что это одноклассники? Вообще не одноклассники, не говоря уже про их цену. В общем, вот как-то так. Относительно звучания Т6 и Flip 4, я жду от вас в комментариях вашего мнения, потому что мне интересно, что вы услышали в этом сравнении, что вы больше предпочитаете в звучании, то есть в частотном звучании и, собственно, по фишкам колонки. Что бы вы взяли? Ну, как-то так. Пока! Так, подожди. А где Flip 4? Нету Flip 4. Так, ты что, даже не приехал послушать? Ах ты, зараза какая, я хотел услышать. Я что-то серьезно не приехал, я хотел заценить, а ты вот это ты как стало сделать. Сам подставу, блин, не моя колонка, отдать надо было. Отдать, не надо было отдать, а я тебе же отдавать все нервы.